Северо-Восточный федеральный университет выбирает лучшего выпускника. Премию признания присудят победителю народного голосования, которое проходит на сайте университета. Наградят лучших по 4 номинациям за достижения в спорте, в науке и образовании, в бизнесе и корпоративной культуре. Также специальную премию получит лучший из молодого поколения выпускников, окончивший вуз с 2012 по 2016 годы. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Оксана Павловна окончила филологический факультет тогда еще Якутского государственного университета в 1983 году по специальности учитель русского языка и литературы. Она пошла учиться по этой специальности, желая осуществить свою детскую мечту – стать учителем. Для каждого человека студенческие годы могут быть самые яркие такие годы, запоминающиеся. Учились мы хорошо, были очень самостоятельные. Все преподаватели, которые нас обучали, всегда в нашей памяти останутся теми людьми, которые заложили вот фундамент нашей профессии. Уже около 30 лет Оксана Павловна работает учителем в Хатасской средней школе. За эти годы она как классный руководитель выпустила 3 класса. За годы работы она не только завоевала уважение коллектива, но и любовь своих учеников. Отрадно то, что вот все 3 выпуска мои мне дали номинацию по окончании школы. Вторая – мама. Поэтому я думаю, что, наверное, чем-то я, может быть, помогла в установлении их жизни. На соискание премии Оксану Павловну выдвинул коллектив школы. За годы работы она получила множество наград и званий. Она кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, отличник образования Якутии и многое другое. Но Оксана Павловна не только опытный учитель, она еще и очень творческий человек. Она является членом Союза писателей Республики Саха-Якутия. И мы считаем ее кандидатуру достойной такой вот замечательной премии. Ведь что может быть лучше признания родного университета, благодаря которому мы состояли в своей профессии? За более чем 60-летнюю историю университета его окончили около 80 тысяч выпускников. Сегодня любой из них может стать соискателем премии признания. Достаточно лишь оставить заявку на сайте университета. Заявки на участие будут приниматься вплоть до 14 мая. Специальная премия для выпускников разных лет Якутского государственного университета и Северо-Восточного федерального университета. Премия учреждена нашим университетом совместно с Лигой выпускников. Победитель этой премии определяется народным общественным интернет-голосованием. Итоги голосования будут подведены 23 июня на первом съезде выпускников ЕГУ и СВФУ. Помимо награждения победителей, собравшиеся студенты разных лет смогут обменяться опытом. Кто-то встретится со своими однокурсниками, которых не видел много лет. Впоследствии это станет доброй традицией университета. Юрий Осипов, Андрей Асикритов, НВК Саха, Якутск.